И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик будет очень необычный, нового формата. Это, можно так сказать, только подводка к данному видеоролику. Видеоролик был записан где-то пару дней ранее. Это обычная катка ББП полигона, поиграл я ее с Артемчиком, с Аветисом, где мы потестировали Титан с иммунитетом от поджога, с Вулканом, который... играется без каких-то там сверхустройств, которые дают там поджог, а именно с усиленными приводами наводки, то есть с обычным вулканом, который дает быстрый поворот башни, с устройством, которое раньше стоило 20 тысяч кристаллов, сейчас оно стоит совсем по-другому, но я акцентирую внимание именно на этом. И у нас получилось скатать очень интересный бой. Если вам данного формата лайтового такого видеоролики нравится, то я очень сильно жду вашего фидбэка по данному видеоролику. Хотите ли вы видеть что-то подобное дальше, либо же данный формат вам не нравится, и вы исключительно интересуетесь игровыми видеороликами, где имеется очень большое количество информации. Здесь же... информации было меньше, больше были какие-то разговоры, то есть как будто какая-то такая больше закрытка, но она более такая легкого формата, и у нас получилось вот так вот скатать, разобрать вооружение интересное, да, и при этом еще выиграть каточку полигона, которую мы в последнее время играем довольно-таки редко, но там получилось и быстро, и легко, и без особого напряга, но главное это было протестировать данное интересное вооружение. Поэтому, если вам подобного рода видеоролики нравятся, обязательно не забывайте прожимать лайк, обязательно не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать, и жду в комментариях под данным видеороликом именно твой комментарий, в котором ты скажешь мне, нравится вам, или не нравится. То есть, если не нравится, то подобного рода видосов больше не будет. Если заходит, то что-то интересное обязательно мы придумаем. Долго я забазарил. Боже ты мой. Переходим к просмотру интересного видеоролика. Посмотрим, что будет с мусором. Так, а что у меня на Титан есть? Сейчас будем как наваливать просто в легкую эту катку. Изёвую. Я беру вас пожигу, буду на нем играть в катку. У вас пожигу, так ты не умеешь на ВЖ играть. Так у меня иммунитет на вас. Какая разница? А чё я буду на викинг играть, мне нагибать будут, иммунитет нет у меня никакой. Так играй лучше, возьми Титана какой-нибудь, Гаусс или Арту, или еще что-то, блин. Лучше возьми что-то нормальное. Сейчас я играл этот полигон, тут не так уж это жига и им будет. Сейчас попробую, 3 минуты сыграл. Или пулик возьми, пулик тут хотят, пулик резов уже много. Пулик тоже имба дикая. Блин, какой кайф, просто. Зажал, они дурачки стоят, стреляют в тебя. Тупо легкая. Каиф. Тупо я зажал, стоишь. Тут два спожига имба, особенно когда 0 урона. Хотя не особо убегают. Да не, вожу фигня, вот пулик, вот эта тема. Я играл, у меня же на харке или на чем там. Была эта писяточка. Да все равно фигня это. Я тебе серьезно говорю, по сравнению с пуликом, это вообще бы. Ну вот уже против. Офигеть, скопил. Уже 4 реза от пулика. Вы долбанулись на голову? От одного пулика 4 реза. Вам там плохо? Вот ему... там у двоих уже иммунитет от GGS. Возьмите Гаусса. Гаусса 0. Гаусс здесь и будет. А Грома что, мало? Грома один видит. Я не вижу от Гаусса вообще реза. Возьмите Гаусса. Там от Грома один. Тём, возьми Гаусс. Гаусс сейчас вообще будет разваливаться. Надо от Гаусса, кстати, рез взять. Там два Гаусса. А, у меня время, я Гром возьму. Минуту. Пулик Жига Гаусс. Пулик Жига Гаусс возьму, давай. Пулик Жига... Что за нас баты? Тупо солян. Забыть? Забыть, кого есть? О, у нас, кстати, место есть. Давай, призову. Кто есть? Ох, есть. Два нагибатора. С клана GoPro.
Один еще до сих пор там, другой уже в лапсах. О, в лапсах, который переходит. Нифига, он с 8 страйкером играет, дебил. Сука, тупой. Овощ. Сейчас бы с 8 страйкерами, блядь. Шо у нас за рельсовод, блядь? Боже, это бот какой-то. Это диверсия с иммунитетом на викинге играет, думает, не гибает. Она с пуликом на поджог играет? Нет. Это пулик на поджог неплохо будет. Да говно. По сравнению с поворотом башни, это говно. Я тебе серьезно говорю. Поворот башни все равно имба. 5 резов от пулика. Я один на пулике? А, у нас еще чел на пулике. Сука. А, сводится чмо. Не попало. Блин, точка теперь так близко только держится. Блин, просто кирпично пробел, положил и стреляешь. Тупо с кирпичом. Добивайте, не отдавайте точку, можете сдержать. Можете контролить. Душа бандита зашел? Нормально, хоть кто. Более-менее. Да можешь его менять, это вас пожигу, нафиг это вас пожигу. Говно, говно. Это может быть первое время она нормально себя чувствовала, пока не было резистов, но сейчас уже нет смысла. Сейчас у всех, у каждого второго эти иммунитеты и защиты, толку нет вообще. Первый иди, да. Вот это его спожиги. Первое время, да, там типа нормально. Сейчас уже у всех есть. Сейчас уже более дефолтные пушки рули. Ладно, может, все. Можешь взять молот, слышишь? Я уже гром взял молот. Ага. Молот здесь тоже норм. 6 от пулика. Ёб твою, долбанулись на голову. Зачем столько резов? Так, хорошо, теперь не смотрится. А не смотрится? Чё ты там? Не, это легкая тупо. А, у нас еще тип на грамме. Опа, так. Там от страйкера надо брать, у них два страйкера. У них два страйкера. Два страйкера, два страйкера. Вспоминаю старые добрые закрыточки, Артемка. Ты сейчас записываешь? Да. Ну если что, ну типа, меньше материтесь. Я думаю, что с голосом только оставлю. Не буду я перезаписывать что-либо. Всем привет. Всем привет. Оп, оп. Блин, блин, почти кинул. Ну зачем ты дрон взял? Изи, тупо, изи, изи. Изи, просто в яме мусорника прижал. Он пытается уехать. Не, это жесткая тема, я вот серьезно говорю, вот это жесткая тема. Тупо вот этот пулик с иммунитетом, это просто ГГ. Ну я на диктаторе вчера играл, блин, нормально вообще. Просто ГГ. Зажал пробел. Если еще бы сейчас бы резов не было бы у них 7 штук. Было бы вообще кайф. Что резистов многовато. Смотрим, было бы неплохо, если бы они резы сняли. А че, сколько от Гаусса, например? 0. 0? И от грома 0? 2. А, уже делает. Можешь его молота потом взять. Молота, я думаю, 0. Тут молот нормальный тоже разваливает. Молот, твинс. Нет, мясореза есть. Молота нет. Джигана, да, на титан. А, вкусно. Куда? Как он перевернулся? Не понял. Прикол. Блин, ну что у них очень. 7 резистов уже от пулик. Долбанулись. Оп. Ай, минус. Жига, этот пулик в яме на нулях. Ой, не пулик, крик. Какой пулик? Че я несу? 30-0? Что-то легкое. Жига компактный, я делаю вместо пулемета. Так, они пулики поснимали, да, я так понял? Кого? Пулик поснимали, пуликов нету. Надо от страйкера взять рез. Возьму от страйкера. Гаус есть? Гаус есть или нету? Не вижу. Окей, я Гаус сменю тогда тоже.
Арта страйкер возьму, Жига. Бля, он взял бы он шоковый за волоски. Ой-ой-ой-ой-ой, меня не обоссали. Почти, легко. Почти. Без пяти. Чё фантом, ты тупой? Я знаю. О, пол команды нубы. О, вспоминаю старые отмазки. Пол команды нубов, поэтому сливаем. Сейчас бы столько понтов было бы, если бы они бы выигрывали. Ну, Артемочка любимая, правда? Че, у тебя украинская раскладка? Как и Ти? У тебя нет нормальной буквы Ты? Зачем Ти писать? У меня не было с прошлой виндой, у меня не было раскладки украинской. А сейчас есть, я забываю. А-а-а. Или русская, или... Понял. О, весь на страйкере. Кажется, зря только одевал его. Но... Ну чё, нормально, под 1300 даю. Просто на точку не иду, потому что не работает мало. Не, гаусс нормальная тема. На точку не иду, потому что не работает мало. Гаусс, даёшь сводку, подкатываешься, даёшь сводку, подкатываешься. Можно вообще нормально опыта фармить. Опять Саляндру эту завожу. Не-не, надо точку контрить, чтоб кто-то у нас еще ехал. Сетёма раздает. Смока автопушка, боже. Дурочек. Я буду на смоках с автопушкой играть. Нормально. С этим пуликом и яму можно контрить вообще легко. Да, просто универсальный пулемет. Че им только нельзя делать. О, две ракетки, а ведь. Найс тема. Ну, три. Ты до два даешь, и третий сразу. Ага. Держу пацан. Ну, все равно, грубо говоря, две. Короче, это Саляндра какая-то просто. Они вообще на карте? Я что-то их не чувствую пока что. По моим ощущениям, их на карте нет. А, у них чел уже с этим самым, с магнумом вышел. Сейчас сводили 20. Ну, Бло уже убежало. Испугалось. Что-то пошло не так. Да не, у них просто команда слабая, там, мульты какие-то, да, сидят, боты там. Эти вечные отмазки. Попробуй на горение вулкане, серьезно говорю. Да нет, я играл уже с ним, это говно. Там башня вообще не крутится, а вот ты понимаешь? Там очень неудобно играть на нем. Ты просто привык. Ну блин, я не хочу играть. Ну хочешь, да возьми просто... поиграй сам. На чем, ласка? Ну не знаю на чем. У меня же был аккаунт этот самый, где я тестил. С поджогом. Там очень неудобно. Этот намного сильнее. О, у меня крит. Этот намного сильнее получается. Потому что с этим ты можешь спокойно крутиться в башне туда-сюда, и по итогу ты наносишь урона намного больше, чем ты наносил бы этот урон с горением. При том раскладе то, что смотри, сколько резистов сейчас от поджога. Типа, тоже нету смысла не, особо. Ну это дикие кабаны, как в поле стали сводиться меня, ебать. Где там доковыляют янки, я понял. Да там много кто, миротворец вот. Это не тот, или мульт, а? Да может быть мульт, скорее всего. Это диверсия, это же тоже в кабанах играло уже в последнее время. Че нет? А, это наш. Бля, пробел отжал. Забыл о том, что можно зажимать. Уже ноги, только зачем. Смотри. Уже пишет ММ звезды, бейте. Сыка. Зайдешь раз в год выносить мусор, так он еще и плачет. Я в шуме. Че он? Хотя бы тяжелый там бы, да. Там три Рика, я три Рика беру. Рик, Жига, че еще? Есть. Гаус. Окей, Рик, Жига, Гаус. Так ты нормально дает этот страйкер? Ну так он и должен нормально давать, почему нет? Минус 4, да. Чё там от Гаусса до сих пор 0, Тём? Не, ну это кайф, чисто, это просто кайф.
Это тупо кайф. 6 резов, но я что-то их особо не чувствую. Твит с дальностью, ну да. Кто там у челика фриза? Резист. Его бил этот. А, он на викинге, да. Блин, сейчас я представляю, что было бы, если бы не было резиста от пулика. Челика, резист, сжига, фристайк, а зачем его? Блин, сколько у меня было бы уже очков, если бы не было резов? Просто жесть. О, он что-то вышел. Место. Ну это легкая, конечно. Чересчур легкая катка. Ну, как-то так. Титаны работают. Это еще того я видите из попадания. Как-то так он работает. Бо, сейчас Гаусс мне неплохо свел. Что-то надо до сих пор 7, но они точку так и не могут забрать. А у них чел вышел. Короче, сдались. Понятно. Так вот, в принципе, и играют нынче полигоны. Как не заходили полгода, так можно дальше и не заходить на эти полигоны. Ничего тут и не поменялось. Как сидели нагибаторы, которые только нубов били, так сидят. Все те же. Никнеймы только поменяли, мультов. На мультов перешли и все, они сидят. Да ведь? Конечно. Идёвые, да? Блин, хотелось бы какой-нибудь жесткий полик. Прям вот дикий полик. Потому что там вообще прям запотеть надо было нереально. А не вот это вот соляра в нуляну. Ты зачем тебе полик? Ты идешь аренду, там получишь, там жига в контроле, берешь Тунса. Или вулкана тоже. Ну так я хочу именно вулкан тестить этот, а не что-либо другое. Понимаешь? Надо же именно пулемет, а не какие-то другие пушки. Типа, в чем профит? Типа, просто титан иммунитет, просто там, что жига мне ничего не может сделать. Ну так в этом нет прикола особо никакого. А вот то, что ты реализуешь уже дополнительно пушку вместе с иммунитетом, вот это уже интересно. А не то, что ты просто берешь и играешь. Не, ну это чересчур просто. Может, сейчас что-нибудь почекаем? Может, что-нибудь еще посерьезнее будет, поинтереснее. Что-нибудь пожестче. Это просто вообще соляра какая-то. Как будто их на карте даже не было. А, мы еще фармили, получается. Получается, по трешке изи катка. Легкая.